Общедомовые приборы учета тепла и воды устанавливают сотрудники компании «Неоргенерация». Согласие жильцов данная процедура не требует. До 1 июля 2012 года собственники должны были сами это установить, но если они это не произвели вовремя, то это все возлагается на ресурсоснабжающую организацию. Сейчас устанавливаются расходомеры, терморегуляторы, датчики давления. Полностью все делается под ключ, будет даже диспетчеризация, все будет выведено на компьютер. То есть в режиме онлайн будем смотреть показания. В соцгороде предстоит оприборить порядка 200 многоквартирных домов. Работы ведут несколько бригад. Приборы произведены в Санкт-Петербурге. Но сервисные центры завода-изготовителя есть по всей России, в том числе и в Ульяновске. Когда установим, чтобы его не поломать ничего, когда уже, как говорится, поставим на место, вот снимаем этот вставыш и ставим прибор. Само собой, мы задались вопросом, а насколько дорогим будет все это удовольствие для жителей соцгорода. Жилая площадь этого дома 4500 квадратных метров. Стоимость прибора учета практически 230 тысяч рублей. Путем нехитрых расчетов получаем, что с одного квадратного метра жильцам на протяжении 5 лет, а именно столько составляет рассрочка, придется платить по 84 копейки. Для хрущевской двушки 43 метра – это чуть больше 36 рублей. По задумке авторов закона, именно эти небольшие деньги должны стать первым шагом к началу экономии гораздо больших сумм в кошельках горожан. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Наше время.